Ну что, друзья, летний пропуск идет в самом разгаре, и всем как никогда нужен опыт к уровню. Именно сегодня каждый из вас может бесплатно получить целых 90 тысяч опыта на свой аккаунт. Поэтому смотри ролик обязательно до конца, ну а я желаю всем приятного просмотра и аппетита, кто кушает. Let's fucking go! Но если ты хочешь играть вместе со мной, то переходи по ссылочке в описании, регистрируйся, вводи мой промокод Москвин, он тебе даст 50 тысяч баксов и 7 дней платинум VIP. А это очень хорошие плюшки, которые тебе помогут на старте. Ввести его можно при регистрации или в чат командой /промо-москвин. И не забывай вступать в мой дискорд канал, там ты найдешь много полезной информации, таблиц, гайдов и карт на Majestic RP и много различных розыгрышей. Но я буду начинать, let's go. Ну что, я думаю, многие из вас догадались, что сегодня будет. В общем-то, я решил вас порадовать и сделать розыгрыш на целых 90 тысяч опыта летнего пропуска на абсолютно всех серверах Majestic. Ну а победителей будет целых 3 человека, и каждый заберет по 30 тысяч опыта. Но перед тем, как я озвучу все условия, советую слушать внимательно и выполнять абсолютно каждое действие, ведь если не будет выполнено хоть одно, то, к сожалению, получить вы ничего не сможете. Но условия довольно-таки простые, поэтому, ребят, слушайте внимательно. Ну и первое, это, конечно же, быть подписанным на мой канал, поставить, само собой, колокольчик, поставить лайк под данный видеоролик и написать абсолютно любой комментарий, минимум от 5 слов. Чем больше, тем, соответственно, лучше. Также вы должны обязательно вступить в мой дискорд по ссылочке в описании. Там, кстати, частенько проводятся параллельные розыгрыши, и при этом вы там найдете множество разных таблиц и гайдов, которые тебе помогут на Majestic RP. Так что скорее вступай. Ну и последнее, третье условие, вступить в мой телеграм-канал, ссылочку на него я тоже, соответственно, оставил в описании. Там я делюсь своими видеороликами и эксклюзивной информацией из своей жизни, именно того, чего я не публикую абсолютно нигде. Ну а также для вашего удобства все условия я оставлю в описании, либо же в закрепленном комментарии. Ну а итоги розыгрыша я публикую в новом видеоролике, но как только на этом видео наберется 600 лайков. Но если вы не успеете набрать, то итоги я публикую 31 июля, поэтому скорее участвуй и забирай опыт к БП на халяву. Но под конец, ребят, я решил пооткрывать новые летние автомобильные кейсы на 300 тысяч Majestic коинов, а что там случилось, вы будете в шоке, поэтому досматривай ролик обязательно до конца. Ну что, ребят, я уже, получается, нахожусь на сервере, у меня на балансе 320 тысяч Majestic коинов, которые абсолютно все сегодня потрачу на автомобильную коллекцию лета 2024. Поэтому давайте, ребят, закупим максимальное количество кейсов на ту сумму, которая у меня имеется на балансе, и должно получиться сколько? Ну так, еще 21 тысячу потрачу, целых 214 кейсов. Короче, сегодня довольно-таки крупное открытие, очень сильно надеюсь, что мне повезет, хоть и, блин, я в это слабо, конечно, верю, но все же, ребят, верю. Верю, верить нужно всегда, поэтому что ж, удачи мне, успехов, полетели. Все тачки, конечно, которые мне не нужны, я буду распылять. Кстати, вот это хорошо, вот это просто Бентайга, мне упало, еще и в карбоне, вот это очень хорошо. Это может дорого стоить. Всякие вот такие вот диски я буду, конечно же, распылять. Ну и повторюсь, тачки, которые мне не нужны. Вот, но за исключением дисков с LED-подсветкой, потому что диски с LED-подсветкой, сами знаете, я продаю. Поэтому они довольно-таки хорошо стоят на продажу. Именно поэтому сегодня я их буду оставлять. Вот, ну, в целом, одна тачка нам хорошая пока что упала. Но будем, конечно же, надеяться на что-то еще лучшее. Вот эта вот мне аудюха не нужна, фиолетовая. Крайне, может, дешево будет стоить, и довольно-таки сложно будет ее продать. В основном ценятся всякие эксклюзивные красные, золотые и, соответственно, зеленые тачки. Вот, то есть эксклюзивные, которые очень сильно надеюсь, что я хоть что-то сегодня выбью. Вот, и, так скажем, окуплюсь. Но пока что ситуация какая-то крайне странная. Всего лишь одна машина, тем более я уже открыл. О, ну, кстати, вот это хорошо. Вот это хорошо, тачка довольно-таки дорого стоить может. Красная первая нам упала, поэтому, конечно же, откладываем в донат инвентарь. Вторая выпала, ребят. Две подряд. Две такие же подряд упали. Еще откладываем. Это вообще хорошо, ребят. Так, ладно, распыляем дальше. Но это у нас полная фигня. Фигня, фигня. Так, ну хорошо, уже две красных одинаковых тачек у меня есть. Также что, еще вроде бы какая мне красная, да, упала? Или до этого? Я что-то не помню. Вроде да, или нет. Короче, ладно, я уже что-то запутался, но ничего страшного, да, вроде бы у меня уже целых три красных тачек, четвертая, отлично, откладываем в донат инвентарь, более-менее хорошо все идет, очень сильно надеюсь, что хотя бы одна сегодня золотая, либо эксклюзивная упадет, и я в целом буду реально рад, потому что, ну, открытие, ну, реально будет успешное, так скажем, для меня, и, ну, так или иначе, все равно, сами понимаете, огромное количество коинов будет потрачено, и единственное, что, где я могу окупиться, так это в вертах, потому что если я буду продавать
продавать эти тачки, то только за верты, поэтому мы чисто делаем такой обмен, но надеюсь то, что это будет хотя бы равноценно тому, что я потратил те же 320 тысяч Majestic коинов. Сами понимаете, это не маленькая сумма, это если переводить в рубли, в донат, то это 150 тысяч рублей, ну даже больше. Вот, поэтому такая себе ситуация будет, если мне сегодня что-то такое жесткое не выпадет. Поэтому давай, 124 кейса, надо выбивать сегодня уже какую-то золотую, либо эксклюзивную тачку. Пожалуйста, я очень в тебя верю. Я тебя прошу, давай, ты можешь выпасть. Ты можешь, как будто бы реально можешь. Так, еще одна, четвертая вроде бы красная тачка, давайте ее тоже оставим. Возможно, даже она и дешево стоит, но на всякий случай, почему бы и нет. Так или иначе, все равно потом в любой момент я могу ее распылить, потому что она у меня лежит в донат-инвентаре. И если что, потом посмотрю по ценам, либо распылю, либо, конечно же, продам. В общем-то, это я буду потом делать, так скажем, за кадром. Вот, у меня осталось буквально сотня кейсов последняя. Давай, я в тебя верю, пожалуйста, ну насыпь мне, насыпь что-то реально хорошее. Еще одна, три такие тачки мне сегодня упали. Я не знаю ее, к сожалению, ERL название, ну типа, выглядит как будто бы какой-то Lexus. Ну типа, я не знаю, честно, ребят, это Lexus, напишите в комментариях, потому что, сори, ну я как бы не знаю. Я первый раз такую тачку вижу в целом. Так, еще одна красная упала, это Mini Cooper в антихроме. Давайте, конечно же, его оставим. Ну надо реально под конец выдавать какую-то золотую, либо эксклюзивную тачку, я тебе прошу, кейс, ну пожалуйста, огромное количество коинов на тебя трачу. Ну хоть раз меня порадуй, давай, сегодня надо меня порадовать. Ну чисто под конец надо занести, и просто чтобы я был рад. И на протяжении всего дня ходил радостный. Хоть и я уже как бы не сильно, если честно говоря, кайфую от всяких там тачек и так далее, потому что, сами понимаете, я огромное количество кейсов открываю, поэтому для меня уже это как-то, ну, таких сильных эмоций нету, потому что у меня есть практически реально все, что мне нужно. Любую тачку я могу себе позволить купить, любой дом вообще, ну, хоть что, ну, типа, сами понимаете, со временем, ну, просто быстро привыкаешь к хорошему. Также и по жизни, когда у тебя огромное количество денег, казалось бы, типа, ну вот, вот счастье. Но, ребят, зачастую бывает то, что ты... Во! Вот это хорошо, ребят. Ну, в целом, нет, я рад. Все, золотая тачка у нас первая есть. В общем, продолжу свою мысль. Просто со временем люди приходят к деньгам и думают то, что ну все, на этом сейчас счастье будет. Они буквально месяц-два, да, круто, прикольно, там первые деньги появились, тратят. Но потом это уже просто становится привычкой, и поэтому каких-то уже прям вау эмоций нет. И поэтому нужно кайфовать реально от моментов, от общения с друзьями, от каких-то поездок. Короче, каждый по-разному кайфует, получает эмоции, поэтому скажу вам так, ребят, ну, вот еще упало, я не знаю, какая, четвертая, ну, 4 у меня таких тачки или сколько? Да, вроде 4. Я того все, ну, что-то прям насыпало жестко на самом-то деле. Ну, хоть одна золотая тачка мне упала, остается буквально сколько? Ну, 4 кейса, да? И давайте, наверное, их откроем обычным прокрутом. Может, так мне повезет, выпадет какая-то эксклюзивная, нет? Повезет, нет, как вы думаете? Стой, остановись, но я тебя прошу, ну нет, просто пролетает. Я того все, ну как так? Так, ладно, распыляем. Второй кейс у нас полетел. Давай, 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 родничок. Ну я в тебя верю, ну чисто под конец так, вот чисто эксклюзив. Чисто эксклюзив можно мне дать. Кстати, на самом-то деле, ребят, я давненько не открывал обычным прокрутом кейсы, потому что я привык их открывать быстро, и как-то для меня это даже странно, медленно что ли. Ладно, окей. Диски мне падают, короче, последний, как я понял, кейс у нас, да? Давай, последним кейсом просто, ну занеси, последним кейсом занеси. Да, конечно же, лампа Хуракан пролетает и падает какое-то дерьмо. Ладно, короче, вот такое вот открытие мне получилось. Надеюсь, вы будете участвовать в розыгрыше. Поставите лайк, комментарии, подписки. Короче, все делайте. И, конечно же, сможете принять участие и выиграть. Кто-то из вас точно заберет, а целых 3 человека. Поэтому, ребят, всем успехов. Ну, а я, в свою очередь, буду потихонечку заканчивать. И не забываем, кстати, про поддержку. Обязательно лайк, подписка и комментарии. Ну, а с вами был Москвин. Всем добра и позитива. Всем удачи и пока.